Так, я пока ничего в этом не соображаю, но вот купил себе первую свою PSP, приехал пристреливать в Тир Калибр. Это Егерь 635 под полнотел, прямоток. Сразу взял себе марку, прицел. Собственно, вот сейчас буду пристреливать в тире. Надеюсь, мне понравится. Я как бы новичок этого вида. Брал в магазине Armor.net. Собственно, все классно. Все, ну, по крайней мере, по моим запросам все было в наличии. Довольно оперативно получилось все купить, взять. И, собственно, вот я в деле. Сразу попросил Андрея, собственно, кто продавал винтовку, настроить ее под полнотелые пули 3.65. Вот, собственно, сейчас буду пристреливать в тире на 100 метров. Сделано, но уже я устал. Вот. Ну, наверное, надо было мне заказать пристрелку в Охотника.нет. Тем более с отсутствием, так сказать, опыта. Ну, как бы ошибки поначалу, наверное, все делают.